Приветствую вас. Я думаю, что свой ответ я разделю на несколько частей, на две части. Вот первая часть будет касаться, собственно, того, как пережить расставание, а вторая часть будет касаться тех вещей, которые вы написали в своем тексте. Хотя и полноценно об этом не спрашивал. Что касается расставания. Вот как. Ну, как такового, то здесь нужно иметь в виду, что определенные негативные чувства, определенные негативные эмоции, определенные негативные переживания будут в любом случае. То есть определенные негативные эмоции нормально. Нормально здесь. Определенные негативные переживания нормально. Вам нужно это просто прожить. То есть ваша задача заключается в том, чтобы просто прожить это. Вот. А ваша задача заключается в том, чтобы просто прожить то, что вы сейчас чувствуете. Вот. Ваша задача заключается в том, чтобы, ну, чтобы не оставить у себя, чтобы не осталось у вас негативных переживаний. Вот. Чтобы они просто, эти негативные переживания, у вас, ну, выражались максимально вот таким естественным образом, максимально максимально корректным образом для вас. Вот. Это то, что касается непосредственно расставание. Вот. А для этого, собственно, есть психолог, да, для этого есть вот как раз такие психологическое консультирование, вот, которое помогает данные моменты проживать. Вот. Понятно, что всегда есть негативные истории, всегда есть негатив определенный от расставания, и это нормально, что такой вот негатив, ну, что негатив имеет место быть. Важно, чтобы вы его именно вот проживали. И проживали вы его, важно, чтобы вы проживали его, ну, максимально адекватно. Вот. Важно также, наверное,
понимает, что конкретно вами теряется, что конкретно вы теряете. При расставании с человеком, там, что конкретно вы теряете, что конкретно, чего конкретно вы лишаетесь, если, вы с молодым, с мужчиной, больше не в отношениях, что конкретно вы для себя теряете. Вот это очень такие важные моменты, на мой взгляд, на которые нужно обратить вам свое внимание, потому что из этого формируется именно ваша, только ваша проблематика проживания вот этой ситуации, проживания этого негатива, который сейчас у вас имеет место быть. Да? То есть с одной стороны, это, с одной стороны, это как бы важно не загнать свои чувства куда-то вглубь, да, не загонять свои чувства, важно, не загонять свои чувства вглубь куда-то. А с другой стороны, очень важно понимать, что конкретно вы теряете, расставание, да, с человеком. Теперь перейдем к второй части моего ответа и посмотрим на ваши отношения в целом, на ваши отношения с мужчиной. Ну, пожалуй, первое, с чего хочется начать, это то, что изначально у вас уже имеет место быть конфликт. Изначально, по моим ощущениям, вы выстраивали какие-то вот конфликтные отношения, где человек вам манипулировал, где человек обижался на вас, а вы демонстрировали ему подчинение. Демонстрировали ему то, что, грубо говоря, так с вами может. То есть вы демонстрировали человеку, что, что вами можно как-то манипулировать, что вами можно управлять, что вас можно, грубо говоря, заставлять делать то, что, может быть, вам совсем и не хочется. То есть
изначально ваши отношения уже выглядят как такие, которые, где ну, не все естественно, да, не совсем все естественно происходит. Выглядит ваше отношение так, что больше как ну, зависимо, да, то есть больше как именно вот такой элемент здесь зависимости, то вы зависимы от мужчины, ну и он, в принципе, тоже, раз вы мирились, но так ни к чему и не приходил. Вот, ну, то есть в том смысле, да, что мириться вы вроде бы мирились, а как бы, ну, толку от того, что вы мирились, как-то особо нет, судя по тому, что вы пишете. Вот, то есть примирение без каких-то, значит, ну, примирение без работы над отношениями, да, примирение без коррекции отношений, без выработки каких-то решений, вот это на самом деле не примирение, это просто, ну, имитация чего-то и, в принципе, все на этом. Вот. Дальше, значит, вы пишете, значит, 4,5 года прожили с мужчиной, имеет брак, за плечами двое детей. Ну, здесь сразу на что можно обратить внимание, ну, это на то, что человек уже имел опыт. Опыт неудавшихся отношений. Вот. То есть человек уже имел опыт отношений, которые не складывались, и по-хорошему вам бы здесь немножечко так вот насторожиться относительно того, что ну, почему, например, вы считаете, что с вами также, ну, не может быть, да. То есть, почему вы считаете, что вот с вами, ну, все будет как бы по-другому, да. То есть, почему вы считаете, что вот там, первый, ну, предыдущий, точнее, брак у мужчины распался, а с вами все будет, ну, с вами все будет иначе. Ну, то есть это как бы такая может быть, ну, в какой-то степени иллюзия, да, иллюзия того, что именно у вас все будет в порядке. Вот. Хотя какие у этого основания, да, мягко говоря, не совсем понятно. Вот. Дальше. Значит, изначально жили 2-3 года в моей квартире, чуть что, как это недопонимание, собрал вещи и ушел. Ну, это способ человека, к сожалению, решать проблемы. Это его модель поведения, к сожалению. Человека, ну, как правило, не изменить. То есть люди очень редко, когда меняются. Вот, поэтому, ну, рассчитывать на то, что человек изменится, было бы немного странно.
на мой взгляд. Вот, момент тут есть еще в том, что, вот, ну, как я уже говорил, что вы мирились, мириться-то, может быть, вы мирились, а какие решения у этого были, да? Вот. То есть, ну, хорошо, помирились, а решения выводы, может быть, какие-то вами были сделаны и так далее. Вот, то есть, понимаете, да, опять же, без выводов это все не имеет никакого значения, без выводов все это не имеет никакого смысла. Вот. Понимаете, да, что я имею в виду. Дальше. Это манипуляция. На мужчины обиды и уход, потому что человек таким образом ну, принуждал вас к тому, чтобы вы сами брали ответственность на себя за, те проблемы, которые вот, ну, у вас были. Вот. То есть это такое вот нежелание нести ответственность, может быть, нежелание самостоятельно разбирать проблемы, нежелание самостоятельно исследовать проблемы, которые, есть у человека. Вот. И соответственно, это, конечно, подкрепляется вами, это подкрепляется такой вот вашей моделью поведения, точнее, подкрепляется тем, что вы, ну, как вы к человеку относитесь, вот. И, конечно же, есть какой-то степени негатив от этого, безусловно. Ну, негатив вам, я имею в виду. Вот. Дальше. Значит, сейчас полтора года живем в доме с моей мамой и братом, один на втором этаже. Ну, человек 40, ну, пусть будет 45 лет, да, живет на чужой территории, это, понятно, дело достаточно тяжело, потому что, ну, мужчина вполне мог как-то вот, ну, привыкнуть к какому-то образу жизни. Вот, и, конечно, тяжело сходиться с другими людьми. Тяжело. Вот. Хорошо это или плохо. Нас, ну, волновать не должно. Это потому что
по моему мнению, здесь ситуация изначально была обречена на какой-то такой конфликт. Дальше. Человек пишет, ну, все не так, все делает не по его мнению, не так поставили, не так положили. Ну, опять же, здесь тут хочется, наверное, спросить у вас, да, на что вы рассчитывали, чего ожидали. Вот. Потому что, честно говоря, немного странно, что, допустим, имея за плечами некоторый такой опыт проживания с человеком в отношениях, что вы как будто бы удивляетесь тому, что он всем недоволен. Как может быть по-другому в данном случае, если до этого было вот так. То есть, если до этого была история, что чуть что не по человеку, и он сразу уходит, что изменилось, собственно, сейчас? Почему вы думали, что живя с вашей мамой и братом, вот, сердце станет другой? Что на это указывает? Что ситуация станет другой? Почему вы говорите, что снова? То есть вы говорите вновь, подразумевая, что вы ждали немножко другого. Вот. Ну, то есть тут вот, на мой взгляд, надо, конечно, смотреть именно на то, чего вы ждали, на то, чего вы ожидали. Дальше. Значит, так, у него есть небольшой, хотя кто-то отдельно не думал, у него есть небольшой домик, больше дачный, и земля при нем. Ну, вы знаете, здесь, на мой взгляд, ситуация больше похожа на то, что вы сами берете инициативу в свои руки. То есть здесь вот ситуация похожа на то, что вы берете инициативу в свои руки. Вот. Здесь ситуация похожа на то, что вы педалируете отношения. Вот. Здесь ситуация похожа на то, что мужчина перекладывает ответственность на вас за построение отношений и ведется там вообще так, как будто это нужно
больше всего ему. Ему, а не вам. Вот наоборот, вам, а не ему. Вот. Ему вообще-то ничего не нужно. Хотя на самом деле ситуация совсем иная, на самом деле ему как раз таки нужно. Ему нужно не меньше вашего, но вот в данном случае можно предположить, можно сделать предположение о том, что ну, это такой вот способ манипуляции и проявления страха перед своими чувствами, перед своими эмоциями. Вот такие люди, как мужчины, ну, которого вы описываете, такой человек, к сожалению, часто очень боится своих чувств, боится своих переживаний, боится своих эмоций. Вот, и позиционирует их, вот именно свои эмоции позиционирует как, ну как, некое такое, как некую возможность быть слабым, вот. Чего хочется избежать всеми возможными способами, к сожалению. Вот. Поэтому в данном случае можно ну, вот в таком, в принципе, ключе говорить. В данном случае можно в таком аспекте вести речь, что мужчина просто вот как бы боится своих чувств. Другой вопрос, почему вы все это стерпели, да, почему вы со всем этим мирились, с чем это это очень интересный, на мой взгляд, момент. Очень интересно, что удерживало вас в отношениях с человеком, да? То есть потребность. В чем у вас была и, наверное, есть, что вы вот пытаетесь как-то сглаживать углы, вот, что вы пытались как-то что-то гармонизировать, да? Что вы пытались, что сейчас вы переживаете расставание. Дальше. Приняла сведения, просто не обращала внимания, но устала видеть увеличенное довольно лицо, просто слово человек меняется, ходит двое, может обиженный, ходит неделю, не разговаривает и прочее. Ну, это вопрос к вам, ради чего, да? Ради чего это все? Сегодня никто не выдержал, делал что-то на улице, к нему подошел брат, он ему старше на 6 лет, просил помочь что-то. В ответ он сказал, не раздражай меня. Не выдержал, сказал, больше делать вместе дома нечего, раз такая ненависть к моим родным. Причем, и выйдете, я всегда встречаю с улыбкой, нормально общаемся, ушел.
Ну, здесь чувствуется, что долго вы свои эмоции сдерживали, вот, и взорвали. То есть, ну, понятно, что мужчина провоцировал, конечно, вот, но это немножко, в том числе ваш вклад и в том числе ваша, ну, не заслуга, но результат ваших действий. Вот. Потом, что, судя по тому, что вы пишете, у вас есть такая особенность, вы склонны считаться человеком, да? То есть вот что-то делала я для тебя, что-то делал ты для меня, то есть это вот, ну, не самый, надо сказать, лучший расклад, не самая лучшая история, да, отношения. Потому что здесь получается какой-то дашь на дашь, ни много, ни мало. А это все-таки не совсем уже такая здоровая, не совсем уже такая естественная, я бы сказал, история, да? Вот. Дальше. Значит, конечно, тяжело одни воспоминания. Ну вот, я думаю, что именно воспоминания вас больше всего и, что называется, тяготят. Воспоминания о том, как вы себя чувствовали с ним. Вспоминания о том, как вы себя ощущали. То есть здесь очень похоже на то, что у вас чувство не к человеку, а к себе. Сам, к себе самой, с этим человеком. Вы любите на него чувства у вас не к нему, а вот именно к тому, как вы себя с ним чувствуете. Вот. Ну, не то, чтобы это прям очень плохо, не то, чтобы это прям ужасно. Вот. Но это делает вас, на мой взгляд, ну, весьма зависимо, конечно, от человека, это делает вас весьма зависимо от мужчины, вот, и, конечно, не может не снижать
ценность, вашу ценность в его глазах, особенно если он эту ценность, грубо говоря, ставит сомнение. Вот. Поэтому тут такой вот момент. Значит, вы говорите о том, что сердце хочет вернуть. Мозг этого сделать не дает. Значит, нужно определить, чего именно хочет ваш мозг и что хочет сделать. А? Вот. Потому что пока вы этого не сделаете, пока вы не разберете в себе, вот, ну, человек сможет вами манипулировать. Нет, я не считаю, что мужчина ушел, ушел на совсем, нет, он, скорее всего, вернется, он, скорее всего, еще дата вернет, вот, он уверен, что вы от него никуда не денетесь, вот, поэтому здесь, на мой взгляд, ну, вам именно переживать вот по поводу того, что ваши отношения закончились, не стоит. Такой вопрос, могут ли эти отношения сделать вас счастливой. И здесь однозначно в ответ, конечно, нет, потому что любые отношения, в принципе, любые отношения можно гармонизировать. Любые отношения можно привести ну, к какому-то порядку. Вот. Но для этого нужно усилия двух людей. И начать можно, в принципе, конечно, с вас, да? То есть, ну, вы можете, ну, к этому стремиться, вы можете это реализовать. Вот, но для этого требуется определенная перемена вас. Вот. Поэтому, если вы хотите, то можно этим заняться. Вот, можно заняться, значит, психотерапией. Вот, и вам можно помочь. Вот, ну, только при условии, если вы этого хотите. Вот, только при условии, если вы, вот, ну, грубо говоря, согласны с тем, что проблема у вас. Вот. Почему я об этом говорю? Потому что, ну, вот, ваша постановка вопроса, как вы ставите вопрос, ну, немножечко навевает на мысль о том, что, возможно,
а вы не готовы меняться, может быть, не готовы как-то вот признавать, что проблематика есть, вот, и вам будет, может быть, сложно признать факт своей зависимости от человека. Ну и не только от человека тоже. Вот. Такой вот ответ. Почитайте в интернете про игру попался негодяй, вот, это игра, она достаточно хорошо характеризует то, как вы выстраиваете отношения с человеком. Вот. Ну а дальше уже что вы решите для себя, то и будет. Мы как психологи примем, в принципе, любое ваше решение, да, ну вот, моя задача показать все нюансы, моя задача показать вам все, так скажем, особенности ситуации. Вот. А вы все сами будете думать. Вот. Просто если себе не разобраться, то следующее отношение, которые вы можете выстроить, они могут быть такими, они могут быть с такой же проблематикой, понимаете, какая штука. И наша с вами задача, наверное, заключается в том, чтобы уберечь вас от повторения сценария. Наша задача заключается в том, чтобы помочь вам не попадаться больше в такие истории. Вот. А это, в свою очередь, невозможно, если не разобраться в себе. Вот. Так что такая вот картинка для меня высвечивается. Оснований для того, чтобы вы так, ну, себя вели и чувствовали, достаточно много. Вот. Ну, достаточно много, может быть, оснований для того, чтобы вы себя с мужчиной так вели и чувствовали. Вот. Но это не столь важно, потому что важнее то, что происходит с вами сейчас. А происходит с вами то, что вы себя унижаете, к сожалению. Вот. Ну и, соответственно, выход из этого состояния, вот, может быть, понимание выгоды, в том числе вот вторичные выгоды своей, для вас было бы идеальным.
момент. Вот. Ну, это также я бы сказал опционал. То есть не факт, что это действительно так, не факт, что вам захочется работать в этом направлении. Вот. А вот, в принципе, наверное, все, что я хотел сказать вам. Вот, я надеюсь, что это было вам полезно. Я надеюсь, что это было вам интересно. Надеюсь, что какие-то выводы вы сделаете для себя. Я надеюсь, что ну, повышенной пищи для размышлений вам пока достаточно. Желаю вам всего самого доброго и удачи.